Здравствуйте. Вот смотрите, хочу показать отличие баннерной ткани от тентовой ткани тарпаулин. Баннерная ткань, которая была, вот она такого белого цвета, она с одной стороны белая, с другой стороны картинка. Она вот как сейчас рвется. То есть вообще просто слабая на разрыв. Видите, что она превращается? А тентовая ткань, если взять, например, самый тонкий, вот, который сейчас у меня есть в наличии, тарпаулин, его вообще не разорвать. Если думают люди, что это мешок, сахарный мешок. Сахарный мешок у меня тоже для этого есть специально. Сахарный мешок, который воду пропускает, я просто пальцем дырявлю на кость. Этот самый тонкий материал. Палец сломаю, чтобы продырявить. Это самый тонкий материал, 90 грамм. Есть 120 грамм. Он, соответственно, чуть плотнее, чем тот. Есть 150 грамм. Он еще плотнее, чем 120. Все тенты двусторонние. Есть 180 материал. Это самый плотный, самый мощный, что сейчас у меня есть. Вообще, как бы, это не самый мощный. Есть и 280, 220, 280 плотности. Но по наличию сейчас у меня вот 4 материала, которые есть. Теперь вопрос в другом. Какой размер нужен вам? А, да, по тентам они новые, и все идут с колечком по периметру. Через каждые полметра кольцо. Какой бы ни был размер тента. То есть, если тент, например, 3 на 6, то по всей длине 6 метров, по всей длине 3 метра, везде по кругу будет кольца через полметра. То же самое и с другими тентами аналогичными. 4 на 4, 3 на 4, 3 на 6, 4 на 5, 6 на 8. Ниже сейчас скину наличие тента с ценами, с размерами. Посмотрите.